Он рассказал о работе Анапской телерадиокомпании и важности регионального телевидения в общей структуре медиапространства. Многие ребята прибыли на проект из небольших городов, поэтому тема специфики регионального ТВ вызвала живой интерес. Вот то, о чем я сейчас говорю, это так называемые целевые группы. Вот целевая группа телевидения, это в основном средний возраст. Молодежь сейчас уходит в интернет. Кроме того, молодые журналисты побывали и на самой телевизионной кухне. Для них была организована экскурсия на телерадиокомпанию, в ходе которой ребята познакомились с работой анапских журналистов ближе. Шеф-редактор телевизионных новостей Ольга Родин рассказала о том, как формируются городские новости, а корреспонденты поделились практическими секретами журналистики. На радио «Европа плюс» шеф-редактор Александр Ребец показал будущим журналистам, как выходить в прямой эфир. Но, пожалуй, самый большой интерес у ребят вызвал съемочный павильон, где пишутся новости. Гости студии и сами смогли попробовать себя в роли телеведущих и поработать с суфлером. Для многих некоторые секреты работы телерадиокомпании оказались настоящим открытием. Фантастическое, невероятное, но это действительно так есть. Это интересно, это захватывающе. Мне очень понравилось. Не ожидал увидеть так мало людей, которые занимаются такой большой работой. Тут и телевидение, и радио, монтаж, операторы. Ну, вот это, наверное, больше всего меня впечатлило.